Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани мяча». Прошедшая неделя была насыщена матчами Лиги чемпионов. Чемпионат России дал старт с 18-м туром. Был матч Кубка России. Ну и уже буквально через несколько дней наши российские две команды стартуют в Лиге Европы. Поэтому ближайшие 45 минут нам будет о чем с вами поговорить. А также Сергеем Буслаевым, Евгением Ворониным, Илья Розенблат. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Наблюдая за Лигой чемпионов, матчи, которые состоялись, да, если только перечислять команды, которые принимают участие в этой Лиге чемпионов, да, Реал, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ювентус, друзья мои, а у меня, вот честно скажу, не возникло чувство праздника, который я всегда ждал от этой Лиги чемпионов, от этой стадии Лиги чемпионов. Какие у вас мнения и ощущения, Илья? Ну, у меня наоборот, с Лиги чемпионов чувство праздника не уходит с 96-го года, когда я начал смотреть эти матчи. И, может быть, у тебя такое ощущение, потому что ты посмотрел только первые матчи, а 1-8 всегда... Да. Вот эти первые матчи, они такие всегда осторожные, такие редко результативные. Вот осторожный, потому что все равно, хоть и нет перерыва в больших чемпионатах, но все равно такой, такие матчи... Но не всегда такие тихие, а вот ответные матчи всегда интересные. И плюс я, может быть, еще, да, ну, не перепутал, может быть, да, не учел. Мне, наверное, больше всего нравятся четвертьфиналы, потому что тут уже идет настоящая рубка, да, за попадание в полуфинал. А полуфиналы, как правило, бывают не очень интересные. Согласишься или нет, Сергей? Да, я соглашусь, потому что я с Ильей соглашусь, потому что вот стадия 1-8, может быть, даже 1-4, как ты говоришь, действительно, тут велика цена ошибки, потому что, когда ты играешь в групповом турнире, там можно с открытым забралом сыграть, можно в открытый футбол сыграть. Если там что-то не получилось, еще впереди много матчей, можно отыграться, поправить турнирное положение. А здесь действительно только два матча, они кубковые, и поэтому команды немножко, да, действительно напряжены, и нет такого открытого футбола. Жень. Нет, я с тобой по поводу полуфиналов не соглашусь. Бывают полуфиналы настолько интересные и яркие, что финалы, да, всегда практически яркие. Что получается, такие команды выходят, что любо-дорого, посмотрите. Бывает порой, что команды попадают, две, которые должны были играть в финале. И такую игру показывают феерично, что когда смотришь финал, думаешь... Нет, все-таки финал скучнее, чем, оказывается, полуфинал. Да, тем более полуфинальные матчи есть радость от того, что там по два матча играют. Да. И поэтому там четыре вывески, как раз наоборот, ну, полуфинальные матчи. Ну не все, да. Давайте вспомним, когда последний раз... Манчестер Бавария, да, вспомните Порту, когда Оленичев завоевал с Мурини, Лигу чемпионов выиграли. Там же интереснейшие матчи, там много голов было забито, почему? Не приходится матч на матч. Посмотри, когда вот последний... Нет, по-моему, в прошлом году вот был матч Лиги чемпионов, да, финал, был интересен. До этого я вот не припомню, как, чтобы мне было интересно смотреть финал. Все-таки полуфинал мне интересен. Даже московский матч, помнишь, где, когда Челси... Да, на последней минуте, да, там промазали. Матч напряженный, да. Но, во-первых, дождь был, да, хотя был полный стадион, вроде праздник. Но вот как-то голов было мало, да? Были пенальти. Ну, все равно это как-то для болельщика, я считаю, все равно большой праздник. Но если все-таки посмотреть на результаты первых матчей, то есть такие неожиданные результаты. Какие? Ну, конечно же, это проигрыш Ювентуса. Атлетика 2-0. Ну, на поле Атлетика. Ну, 2-0 это уже такая заявка с 90%. Ну, не соглашусь, тем более учитывая, что Ювентус будет дома играть. В порядке. Да. Ну, ты ожидал, что проиграют 2-0? Нет, не ожидал. Не ожидал. И Ювентус, мне кажется, сам не ожидал от Атлетика. Атлетика нам не ожидал. Да, а от Атлетика не ожидал, что они будут именно так играть. А мне кажется, Ювентусу гипер не повезло с жеребьевкой в 1-8 попасть на самую кубковую команду Лиги чемпионов. Это первое. И второе, почему Ювентус немножко недооценил или не справился с Атлетико? Да потому что они в своем внутреннем чемпионате, у них вообще нет конкуренции, у них уже отрыв 15-17 очков от второго места. И они чувствуют себя превосходно, и они просто, вот как Спартак в 90-е годы, за 8 туров до конца чемпионата они уже чемпионы, и уже все бани, все бары, все рестораны посетили. А как быть с ПСЖ тогда?
Который... То же самое. Но ПСЖ все-таки, мне кажется, класс игроков выше. А мне кажется, там немножко в другом дело. Манчестер Юнайтед – это команда уровня середины чемпионата Франции сейчас. Ну, не скажу, что уровень середины чемпионата там, Генгамом сравнивать или там с Метцем каким-нибудь. Ну, навряд ли. Я все-таки думаю, что Манчестер Юнайтед сейчас не грант. Не грант, но и все-таки не середняк. Французский. Нет, это он Манчестер в пятерке, шестерке в своей он держится. В английском чемпионате. Эмоциональном подъеме с приходом Сульшера как... Вообще, если мне память не изменяет, чуть ли не первую игру проиграли при Сульшере. Да, да, да. Они там в чемпионате у них одна или две ничьи только, да? Да. Победы при приходе Сульшера. Абсолютно точно. Ну что ж, действительно, будем ждать, когда Лига чемпионов вновь придет к нам. А она это сделает уже совсем скоро. Кто смотрит нас в прямом эфире, это уже сегодня. Мы смотрим ответную игру «Аякс-Реал». Завтра продолжение Лиги чемпионов. Ну и уже совсем скоро, об этом мы, естественно, еще поговорим, наши два клуба 7 марта стартуют в Лиге Европы. Ну а давайте сейчас поговорим о нашем российском футболе. Состоялись матчи 1/4 финала. Первая ответная игра между командами Ростов и Краснодар. Давайте вспомним, как закончился этот матч. Краснодару нужно было побеждать либо крупная ничья 3-3, 4-4, 22-22, 83-83. Они шли вперед, но Ростов на последних минутах забивает мяч и проходит в полуфинал Кубка России. Сереж, ты как аксакал нашей программы, сколько раз мы говорили, что Кубок неинтересен командам из Премьер-лиги? Сейчас, в этом сезоне, если посмотреть, как борются команды за этот трофей. Взялись за голову. Но мне в этом розыгрыше что не понравилось, это вот эти два матча действительно тяжело. Потому что, как говорил кто-то из бывших тренеров, а может, действующих, за это был очень президент Краснодара, Краснодара, которые сейчас играют на два фронта, на три даже получается, чемпионат, три, да. Кубок, вот они сыграли, и Еврокубки. Очень тяжело для команды, тем более для команды такой, которая только вот начинает свою поступь становление европейское. Да. Поэтому, ну, не знаю, и тем более зимой, Олег, тяжело очень найти поля. Мы сейчас видим, да, какая проблема. Некоторые играют в Сочи, другие переносятся игры на другие поля. Играть в феврале кубковые матчи, тем более спаренные, ну, не знаю, я как-то... Ты против? Против этого, да. По матчу. Краснодар проводил уже третью игру официальную, да, получается. Ростов первую. Но я бы не сказал, что какая-то была большая разница в игре, в классе этих команд. Ну, все-таки Краснодар участник лиги, да, я думаю, что он немножко... Форсировал события. Форсировали подготовку. Да, но они, наверное, раньше вышли, наверное, скорее всего, из отпуска. Ну, естественно, конечно. Я думаю, да. И думаю, что просто это уже было немножко усталость, наверное, все-таки накопилось. Но все-таки есть игротская усталость такая, которую, тем более, сами сказали, да, что после последнего матча с Байером это сколько времени прошло до Кубка? Там что-то несколько дней всего. Ну, три дня. Три дня, да, где-то. Да. Поэтому, конечно, понятно, что... Не, тяжело играть. Краснодар расставил все-таки приоритеты свои в этом году. Да. Мне кажется, я соглашусь, что Краснодар все-таки хочет попасть в Лигу чемпионов. Да. Естественно. Да? Согласитесь? Да. Согласен. Лига чемпионов. И Галицкому очень хочется показать. А зачем ему брать кубок, когда он может, грубо говоря, удачно выступать? Да, кубок это опять же. Кубок всегда нужен. У Краснодара нет ни одного. Трофеи нужны, да. В музей. Мы только про музей разговаривали. В музее нужны трофеи. У них есть маленький трофей. Какой? Ну, бронзовые медали чемпионата России. Ну, это не поставишь. Да, это кубок. Не солидно. Согласен. Но тем не менее, а тут. Трофей не помешал бы. Действительно, Ростов победил Краснодар 1-0. Идет дальше в полуфинал. А кто может оказаться соперниками Ростова, мы узнаем прям буквально сейчас. И матчи состоятся уже завтра, 6 марта. И 7 марта у нас играют Рубин, Локомотив, Арсенал, Оренбург. Ну, наверное, не самые сильные
пара, хотя, учитывая, как Арсенал сыграл последнюю игру в чемпионате с ЦСКА, очень даже и неплохую игру показали. Ну и 7 марта, накануне международного и женского, Урал, Спартак сыграют 1/4 финала. Это первые матчи или вторые? Это вторые, уже ответные матчи. А. Да, совершенно верно. Смотри, опять же, смотри, команда, допустим, Рубин, да, играть на третий день, да, с Спартак 7-го, 10-го с Динамо. 10-го с Динамо игра. Ну, что-то это вот... Рубин с ЦСКА играет. Да, я же говорю, что Рубин с ЦСКА 9-го играет, да, в субботу играет. Поэтому посмотрим, как вот эти команды подготовились к сезону, что они покажут, играя в кубке и играя в чемпионате. Тем более, получается, Спартак на выезде будет два матча играть, на кубок и... Химка. Обидно, что вот не на стадионе. Химка, да, самый трудный выезд. Мы поговорим потом, да. Хорошо. Да, ну что ж, смотрите, если пара действительно так сложится хорошо, да, и там, ну, условно я доберу, да, Ростов, Локомотив, Рубин, Спартак, Арсенал, то мне кажется, что полуфиналы будут очень даже интересны. За несколько лет, наверное, да. Ну да, то есть интерес уже к кубку как-то хотел. Уже все команды премьер-лиги, да? Престиж поднялся. Все-таки не прошлогодний финал. Не прошлогодний финал у нас. ТОС с кем играли? Напомните. С Курском. С Курском, да. С Курским Авангардом, да. С Курском. А сейчас я вот читал, кстати, про Курс, быстренько скажу. Там он идет тоже где-то вверху, там ФНЛ, но там... Ситуация нехорошая с деньгами. И, говорит, выходить, ну, не знаю, сейчас везде с деньгами нехорошая ситуация. Выходить в премьер-лигу, даже, говорит, я не знаю, зачем это нужно, и как, и финансов нет. И там похожая ситуация с лидером чемпионата очень, Тамбовым командой. Да, 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 Тамбов тоже. Которые хотят другой город все сосватать. Это ужас, да, конечно, с этим. Ну что ж, посмотрим. Действительно, командам, скажем так, областным, да, даже не республиканским, а московским республиканским командам, да, также, ну, не знаю, Казань, да, им тяжело, наверное, все-таки играть. Но... Тамбов, Курск, не знаю, Воронеж. Ну, о чем мы и говорили, что в чемпионате должны играть, ну, чем больше будет команд, скажем так, играть не областных, да, а частных клубов. Я думаю, что будет намного интереснее чемпионат. Ну, когда это будет? Финансирование надо. Это обязательно будет, и мы обязательно до этого доживем. Ждем черта. Итак, 6 марта и 7 марта у нас получается среда и четверг. Да, мы смотрим четвертьфиналы Кубка России, Лига чемпионов. У нас уже вторник, среда, и плюс в четверг Лига Европы. Ух, сколько футбола нам предстоит посмотреть. Да. Ну, а потом, естественно, во вторник в следующий все это обсудить. Итак, друзья мои, в прошлой программе мы говорили о старте чемпионата России, о весеннем, скажем так, старте чемпионата России, 18-й тур. И давайте все вместе еще раз вспомним результаты матчей, которые были зафиксированы после финального свистка. Итак, Оренбург-Анжи, достаточно неожиданный, на мой, по крайней мере, взгляд, результат. Анжи на выезде победил, да, со счетом 1-0, да. И находился, в общем-то, в зоне вылета, и за счет этой победы поднялся на одну строчку выше. Урал-Зенит, многие, я думаю, соперники Зенита, по крайней мере, в чемпионате, надеялись, что у Урала получится отобрать очки у лидера чемпионата, но Зенит, в общем-то, достаточно спокойно, да, взял свои 3 очка. Арсенал-ЦСКА, самая скучная, на мой взгляд, игра, о чем мы, естественно, чуть выше поговорим. Локомотив-Крылья – это ураган, это смерч, это землетрясение в радиусе, я не знаю, 2 километра от Черкизова. Рубин выиграл у Ахмата 1-0. Я считаю, вот это была самая скучная. Хоть и 1-0, да? Но да. Ну, поговорим. Ты просто не смотрел. Уфа-Динамо 1-2. Идем дальше. Да, тогда все понятно. Енисей-Ростов 1-1. И центральный матч тура. Спартак. Спартак-Краснодар 1-1. Вот такие матчи были зафиксированы. Какие-то неожиданности были, друзья мои? Вот, вот, да, вот хочешь ответ получить, да. Неожиданность, да. ЦСКА проиграл. Ну да, это, в принципе, неожиданность. Это неожиданность. Да. То есть, может быть, неожиданный по вывеске, но если все-таки чуть-чуть покопаться, то может быть и не такой неожиданный, как. Давайте покопаемся и посмотрим, еще раз вспомним, как сыграли Арсенал и ЦСКА. Учитывая, что этот матч был перенесен 2-0. Тульский Арсенал, а не Грозненский, как могло показаться, учитывая, что эти команды играли в городе Грозный,
матч был перенесен. Жень, насколько это помешало командам, что игра состоялась не в Туле, не в Москве, а аж в Грозном? Ну, для армейских болельщиков, которые не выезжают, скажем так, в некоторые кавказский регион, скажем так, для них, естественно, перенос даже в матч в Грозный, это было, конечно, утопия. То есть, естественно, из болельщиков никто не поехал туда. Может быть, Махачкала, может быть, был бы более-менее. Я, ну, не знаю, может быть, в Махачкалу поехали, ну, не знаю, но в Грозный точно не поехали. И болельщики были там, конечно, были болельщики. Но это там, может быть, и местечковые какие-то там приехали. Нет, прилетали люди на самолете, летели. Да, ну, может быть, какой-то, те, кто летает с командой, грубо говоря, постоянно. Да, были там. А так, ну... Я не знаю, ну Тули, да, вот привозить своих болельщиков, они привозили своих болельщиков туда, то ли самолетами, то ли еще как-то поставляют. Но это же тоже деньги, да? Откуда у Тулы, скажем так, такие деньги, чтобы привозить болельщиков? Я тебе потом расскажу. Ну, хорошо, ты расскажешь. И поэтому я думаю, что армейцам как раз это пошло не на пользу. Пустые трибуны, которые напоминали... Опять же, тренировочные сборы, может быть, психологически повлияли. Напоминали десятый матч тренировочный. Так точно, да, 9 было, и это десятый. Вот эти пустые трибуны, может быть, это их расхолаживало. Но любое поражение, да, вот, допустим, сейчас на данном этапе, это можно расценить положительно. Почему? Скорее всего, если смотрели же матч, да, и там видно было, что играли мужики какие-то против как детей каких-то, которые бегали с тросточками причем. Прям как академики. Дети с тросточками бегают? Конечно. И просто мужики, которые ставили жестче ногу, жестче играли, были на подборах первыми и успевали к мячу. Ну, кто смотрел матч, подтвердит и скажет, что это так было. Ты про Оренбург говоришь. Нет, я говорю про ЦСКА. Вот старинная команда. Да, но вот про ЦСКА вот я говорю, что вот, ну, действительно вот... Плохой результат. Ну, плохой. Немножко... А результат соломки подбросил. Ну, понимаешь, тут есть плюсы, есть и минусы. Понимаешь, Жень. Я думаю, что вот стряхнули пыль, которая осела, вот эта, может быть, золотая, тренировочных матчей. Какая которая... пыль? Подожди. На ком осела? Стоп, Олег. Ты видел прессу? Ты читал? Стоп, подожди. И все остальные. Подожди, правильно. Ты читал прессу, которая была на, скажем так, про ЦСКА говорили? Нет, вот, сейчас вот, которая была к товарищеские матчи, что ЦСКА уже вот может стремиться за золотом при такой игре и так далее, читал, и так далее. Я читал, на других ресурсах тоже это читал, кстати. Нет, я тебе говорю, что, естественно, может быть, и осела пыль немножечко на плечи молодых, они не удержали ее. Сейчас вот Арсенал как раз в первом матче это стряхнул. Гончаренко примет какие-то меры, я так думаю, что, может быть, даже часть пыльцы попала на тренера, на главного, я думаю, что... Опылился, короче. Да, я думаю, соберется команда, стряхнет пыль. Ну, Олег задал вопрос совершенно другой, он говорит, как повлиял перенос матчей, ты начал говорить... Я тебе говорю, что перенос повлиял на то, что не было болельщиков своих. Ну, это раз, минус, была, плюсы, смотри, какие плюсы, Жень, играть на хорошей поляне, поляна неплохая, хорошая неплохая поляна, Грозном, неплохая, ну, вот, по сравнению с Тулой, естественно, неплохая поляна, вот, раз, первое, второе, что ты говоришь, зрителей не было, да, соглашусь, да, это минус большой, что зрителей не было. Третье, команда играла, и Арсенал, и ЦСКА играли на чужом поле. То есть, получается, как нейтральное. Не родное для Арсенала, не родное для ЦСКА. Вот. И поэтому шансы были равны. А команда ЦСКА, и я вот сейчас ехал и рассказывал вам, что мне в первом тайме понравилось, потому что она, видно было, что она, ну, по составу, по, как ты говоришь, академики. Да, они вышли, да, видно, что они на голову выше. Выше, сильнее, но, да. Но видишь, тут либо тактически как-то обыграл Арсенал их, потому что я вспомнил, сыграл в игру ЦСКА, то есть он на контратаках, вот посмотри, все два мяча забиты на контратаках были практически. Вот. Ну, и немножко не понравилось мне действие вашего вратаря, бывшего вратаря сборной, да, нашего земляка, потому что немножко как-то расхоложил. Вот после удара в штангу, говорю, он как-то встал и замер, как будто его как-то, не знаю, Я больше того скажу, мне показалось, что вся команда после стартового свистка судьи просто встала, и начала распасовочку делать, квадратики играть, как на тренировочке, вот тебе в обраточку. Ты прав совершенно, сегодня видели, да, на нашем внутреннем сайте, я форуме опубликовал там вот лучшие игроки по этим, и там есть ваш игрок попал, Магнус, Защитник, да? Он защитник, да? Я
начал там общаться там с «Динамовцами». Но у него 80% ничьи. Дальше. А это о чем говорит? О чем говорит? Вот это Олег только что сказал. Давал защитникам, понимаешь? Да, он давал защитникам, ты мне сорвал. Они не играли в период. Олег тоже сказал, потому что перепасовывал. Олег говорит, начали пасовать. Да. И у него получилось больше всего пасов. Да. Значит, своему же. То же самое, как у Березуцких. Да. Вот. Не знаешь, Березуцкий, Игнашевич. Да, Игнашевич, Березуцкий. Да. Игнашевич обладал пасом длинным, диагональным. Магнусон тоже. Но в этой игре он это сделал всего лишь два раза. Вот поэтому, мне кажется, Гончаренко избесила вот эта вот игра. Потому что это не игра, он не такую игру. Не только Гончаренко, ставил, да. Всех поклонников ЦСКА взбесило. Это самый худший матч за последнее время. Он хотел уйти от этого, уйти от этого футбола. А получается, они вернулись опять в тот футбол, как Олег сказал, времен Березуцких. Да. Начало времен Березуцких. Ну, начало, опять же, говорит о том, чтобы состав молодой, да, поэтому его можно... Совсем вашей математической модели отсутствует. Сказать правду. Логика, ну давай. Дай тебе сказать человеку правду. Вингеру. Да, потому что армейцы проиграли, а это, как говорил барон Мюнхгаузен, это больше, чем факт, это так и было на самом деле. И мы забываем о том, что против кого играли армейцы. Они играли против одной из самых играющих команд нашего чемпионата. Тульский «Арсенал» по игре, особенно в концовке первого круга, показывал одну из самых стабильных игр. И по результату, так как по качеству футбола. Так что на фоне того, что армейцы сыграли явно неудачный матч, огромное количество брака. Магнусон, несмотря на огромное свое количество передач, которые вот Сергей положил нам статистику, но очень много мячей вперед он все практически обрезал. По крайней мере, несколько обрезов было каких-то просто катастрофических. Да Арсенал... Ахметов сколько раз терял мяч в бездарных ситуациях. Да, ну с чем-то Влашич, связано. Влашич, выходя один на один, 7 метров, да, вправо влево ударь. Такая была версия. Может быть. Понимаешь, что когда выходит один на один, да. Бил поворотом со штрафной там, 16-17 метров куда-то в далекое грозненское небо. Где был Я Чалов? Всегда говорил, да. Ахметов игрок, не поцелованный Богом. Ну а Чалов-то трудолюбивый. Нет, но наоборот. Не поцелован. Наоборот, я думаю. А нет. С Чаловым что, вот как ты считаешь? Вот Чалов это... то, что это не нападающий, который сам себе забьет мяч. Это не сам себе режиссер. То есть ему нужен кто-то вот рядом. Кто даст Головин, мяч уже на блюде. Второй Головин ему нужен. Но где-то нет, рядом. Ему нужен в хорошем, скажем так, в хорошей форме Абель. Если он будет в хорошей форме, как ну, он начинал говорю, чемпионат, да, как раньше, когда был Абель, подносчик снаряда, подносчик, да, Абель. Да, вот тогда кто, будет кто нормально. Когда начинали мы чемпионат, да, вот как раз Абель был в строю, и зависимость Чалова была вот вознаграждена тем, что он постоянно получал пасы от Абеля. Ну, Абель, мне кажется, сейчас абсолютно не встроен в игру. Он, мне кажется, вообще действует один, не понимая, а что остальные игроки делают рядом с ним, его же, причем команды. Мне кажется, трудно было оценить действия нападающих вместе с тем, что мы уже обсудили. Огромное количество браков в полузащите. Просто какие-то обрезы на ровном месте. Какие-то короткие передачи. Это какой-то нонсенс. Передачи на 5 метров были чужому игроку. Таких передач во втором тайме было ну, как минимум 20-30 передач. И потом, я все-таки еще раз по поводу того, что Арсенал такая играющая команда. Вот если бы Арсенал не победил, ну мы такую формулу примерим, если бы не победил, угу. То Арсенал был бы на почетном 13-м месте. 13-м. У нас сейчас такая плотность, вот Олег. Что... Плотность, да, я не спорю, плотность. Вот сколько отстает от армейцев Арсенал после этого тура? У тебя, ну, у тебя нет такой таблицы? Есть. 7 очков. Не так много? Не так много, согласен. И 7 очков до «Зенита», ЦСКА до «Зенита». Да. И при этом ЦСКА рассчитывает догнать «Зенит», и «Арсенал», видимо, рассчитывает догнать ЦСКА. Слушайте, вошел логику. Подводя итог, у нас есть еще матчи, о которых тоже хотелось бы поговорить. Что хочется сказать болельщикам ЦСКА? Ну, не огорчайтесь, не переживайте. Я понимаю, этот матч действительно не войдет в копилку самых лучших матчей ЦСКА. Но тем не менее, теперь я обращаюсь к футболистам ЦСКА. Слушайте, ну поберегите нервы болельщиков. Нельзя так играть. Вы в футбол вышли играть или на тренировку? Домино. Или в домино, как один из вариантов. Даже навала действительно не было. Не было. Не было. Меня что-то удивило. Да. Думаю, сейчас ЦСКА, думаю, сейчас зажмет их. А ничего нет. Так же продолжают, пинают. Да, продолжают. А продолжают, пинают, засыпают. Да, я вот я согласен. Еще. А может, Женя и прав? Может, усыпил их обстановка такая? Может быть. А мы переходим к матчу, который, мне кажется, точно не усыпил никого. Локомотив и крылья Советов.
Этот матч закончился со счетом 2-2. Было забито 4 мяча. Были показаны 2 красные карточки. Были показаны, там, по-моему, 6 или 7 желтых карточек, да? Играли сначала одни и выигрывали, потом вторые, потом эти сравнивали. Ну, то есть матч прям вот... Я люблю такой футбол. В общем, тебе нравится счет 6-4 где-нибудь тогда? Конечно. А ты что, это футбол смотрю? Комбинации. Хоккей смотри тогда. Пяточки. Я смотрю футбол, когда забивают мячи. Когда дают желтые карточки, да, и сразу вспоминается матч, когда судил Валентин Иванов, да, когда португалами играл. 13 желтых карточек. Удаление, сколько всем удалений, да. То есть матч такой тебе нравится, да? Чем больше цветов, тем лучше. Нет, господа мои, как человек, близкий к театральному искусству, я задаю вам вопрос. Какова сверхзадача футбола? А был забить ли мальчик? Мячей, да? Мячей ворота. И если этих мячей, соответственно, забивается много, значит, сверхзадача футбола. Понимаешь, не всегда, допустим, результативная игра бывает интересна. Бывает, можно забить и 5, и 6 мячей, а матч скучный. А бывает 0-0, а там такой феерия. Олег не согласится, когда 5-6. Какой? 7-5, может быть скучный матч? Не, ну 7-5 нет, я не говорю, что если какая-то одна команда... 4-4. Только тренер может волосы рвать. 4-4, матч может быть скучным, ребят, ну согласись. Ну, финал. 4-4 нет, наверное, все-таки. Ну, в этом, может быть, основная проблема чемпионата России, в котором 13 из 16 команд являются бюджетными организациями. И поэтому у нас все поставлено не на шоу, ты сказал, что такое, какая суперзадача футбола. Она, конечно, даже, может быть, не сколько в голах, а сколько выражается в дать шоу. Ну, не получается, знаю, как шоу. А, кстати говоря, по поводу шоу, и чем больше забито, тем матчи интереснее. Помнишь, мы тогда читали в чемпионате Югославии, или где это было, или уже, по-моему, или в Македонии, когда уже, да, не было самой Югославии, когда одному из соперников нужно было забить, по-моему, то ли 44, то ли 48 мячей, чтобы там попасть. Не вылететь. Не вылететь, да. И команды пошли на сговор, и одна команда победила со счетом там 48-0. Да, вот это, наверное, действительно неинтересно можно смотреть. Сейчас я думаю, такого. Интересно, успеют ли забить физически столько голов. Да, естественно, в хоккей не успевают. Да, дисквалифицировали, естественно, когда играют там с какой африканской командой или там с Арабскими Эмиратами. Там, но сам и то там 20 забивают максимум. Да, 48-0 это было. Причем это было-то вот, ну не знаю, там 10, может быть. Ну там что-то было, дисквалификация какая-то. Ну всех, конечно, команды дисквалифицировали. Итак, переходим к матчу «Локомотив Крылья Советов». К этому матчу, вот, знаешь, Олег, что хотел сказать? Мы на прошлой передаче обсуждали скудную трансферную политику команд. Да. А ведь Крылья Советов-то, пожалуй, укрепились сильнее всех. А мы это тоже обсудили, да, вспомните. Да, мы вспомнили и Джано, и Самедова вспомнили. И да, и Тимофеев, и тренер перед окончанием первого круга появился, Обожевич. Но уже назначение его говорит о том, что результат определенный у Крыльев Советов будет. И Крылья показали очень неплохой футбол. Мне очень понравились Крылья. И вместе с этим диспозиция Локомотива. Мне очень понравилось, как один из приближенных журналистов к Локомотиву, его попросили как-то прокомментировать, не помню его фамилию, но он очень любопытно прокомментировал результат. Щербиненко? Да. Наверное, да, он. Он сказал про Локомотив следующее, что вообще у Локомотива хорошая защита, но медленная. Вот такой парадоксальный мысль. Кверквели тот же, да, ему уже... То есть как она может быть хорошая, если она медленная? Для меня это какая-то такая несвязанная понятие. Ну, Ловчев сказал, что вообще вся оборона у всех команд все медленные. А быстрый только он. До сих пор. Вместе с Бубновым. Бубновым полузащитой. Кстати, куда он пропал-то? Давно его... Говорят, болеет он. Болеет, тяжело, да? Ну, будем, дай бог ему здоровья, как говорится. По матчу еще Локомотив, Крылья Советов. Тебе не понравился матч? Мне? Да. Понравился? Нет, понравился. По накалу был отличный, замечательный матч. Да, как поставишь. Играли, бились, ребят, правда, да? Это первый матч. Скорости какие-то невероятные. Крылья играют в большинстве, забивают. Больше меня удивило, конечно, Крылья, которые вот выступали. Мне показалось, что вообще... Я думал, ну все, сейчас Локомотив в одну кальцию. Не, молодцы. Вот что значит, да, хорошие. По крайней мере, перед началом. Да, перед началом матча. Хорошая команда, мне понравилось. Собрали, Божевич собрал вот именно в межсезонье, в зимнее окно, где, ну, по минимуму все усиливались, если кто усиливался.
то крылышки молодцы. Молодцы, взяли хороших игроков, качественных, и сразу видно вот результат. Очередной дает. Филиал Спартака. Ну, а кто 1-0 сделал? Жано? Жано, да. Там... А кто передачу выдал на выход, когда второй матч крылья забивали? Самедов? И Мирончуки, опять же, брат Мирончуки забил, хороши были, бы, да. Все игроки, ну, практически все забивали. Вот такой футбол я люблю. Да. И тишина. Значит, не, ну мы тоже, мы согласны, конечно. Ну все, это хорошо, это уже удача. Мы переходим к матчу, который по своей вывеске, может быть, не выглядел так громко, как последний матч этого тура. Но, тем не менее, результат, по крайней мере, для болельщиков точно был абсолютно радостно положительным. Это матч между командами Уфа и Динамо Москва. 1-2 на выезде. Динамовцы победили на последней минуте, да? Да. Забили с углового. Молодой футболист, там, 20-летний, вышел на замену. 19 даже, да. И Груев оправдал, в общем-то, да, надежды. Ну, второй мяч забивает старшего, да, тренера. В первом забил. Он полузащитник или вышел, защитник? Даже, полузащитник, да? Он, да, крайне. Вышел осенью, выпустил его, не помню, с кем он забивал. На кубок, кажется, забил, вот сейчас забил. Ну, такой парнишка забивной, молодец. Но он воспитанник, можно сказать, Хохлова. Птенец Хохлова. Это предисловие. По матчу, значит, ну вы видели, да, картинка самая ужасная была вот именно из Уфы, потому что был снег, весь матч валил снег. Они включили подогрев на искусственном поле. Вот кто видел камеры, которые внизу стоят, там как парилка, там туман стоял. То есть нагревалось поле, таяло. Условия были, конечно, ну условия, как вот Женя говорил, условия для всех одинаковые были. И футбол был... Динамовцы неплохой футбол показали, потому что вот Женя немножко критиковал вначале, а я не соглашусь, потому что 30 минут Динамо не выпускали Уфу. Я не критиковал Динамо. И за 30 минут они подали 7 угловых. Вот 7 угловых я специально Я тебе сказал, смотрел, что забили 2 мяча с подачи угловых. Ну а... Нет, я просто говорю, молодцы, что стандарты все-таки, да, отработали, дай они, бог, наверное... Да, молодцы. Нет, потому что у них были и моменты были, но вот... Сереж, Уфа на 15-м месте. Да. Команда, да, набрала за весь чемпионат, за 18 туров, 16 очков. Ну, что, это проблема Уфы, я не знаю. Нет, я понимаю, что это проблема Уфы, но в том плане, что не слишком ли боязненно вышли за результат? Нет, ты знаешь, их подвело то, что там, если кто смотрел матч, может быть, даже нарезки какие-то, я не думаю, что все, конечно, смотрели. Нарезки смотрели, что первый матч, мяч пропустили динамовцы из-за ошибки Шунича. Шунич вместо того, чтобы ногой отдать, начал коленкой отдавать мяч, отскочил буквально на метр. Тут этот, как у них там, такой темнокожий футболист подхватывает мяч и забивает. Вот. То есть сами себе привезли, да? И вот это, я думаю, может немножко Уфу, ну, скажет, вот 1-0, погода такая, дай-ка мы... дотянем. А Динамо, естественно, ну, кровь из носа были, нужны 3 очка, потому что, если учесть, что динамовцы потеряли дома, в домашних матчах с аутсайдерами, такими как Анжи и Енисей, потеряли 6 очков дома, да. И прибавь сейчас, вот сейчас у Динамо 23 очка, ты прибавь 6 очков, и у них будет 29, как у Спартака, который идет на 4-м месте. То есть тут, соглашусь. Да, согласись. Тут надо что-то делать, потому что это был один из упреков, кстати, Хохлову со стороны руководства и именно Широкова, который говорил, что вот видите, он аутсайдером проигрывает, надо что-то делать с тренером. И сейчас ему дан карт-бланш, тем более сейчас идет такая перетрубация с руководством. До конца сезона он доиграет, но, естественно, будут смотреть, как вот с этими игроками. Смена руководства. Я сейчас про игру немножко скажу, про игроков. Мне понравился Юсупов, который внес, вот у нас Самба был в запасе сидел, а играл Тетех, разрушитель, ну, еще хлеще самбы, разрушает только так. Но создавать никто не мог, понимаешь, вот у нас сидели нападающие на голодном пайке, тот же Луценко носился от своих ворот до чужих и создавал моменты и себе, но и Луценко другим. Это такой форвард. Но он форвард, он, да. Может, он нет, он может, это не Чалов. Но середина... Луценко может себе позволить вот эту, да, вот маятник. Да, у него мощь, может быть, хватает, да, хватает сил у него, но... Кстати, ты прав, Луценко, он идет на, не соврать, сегодня таблицу нашел, что Жорзиньо идет на втором месте по количеству передач голевых, 7 очков, 8, не помню у кого там, Дриуси, да, какой-то? Дриуси, да. Да, на первом месте. А Луценко входит в пятерку, да, у него там что-то 6, что ли, кажется, то есть Луценко, видишь, он и забивает, и создает, и он бомбардир лучше.
Вот. И ты хотел, я тебя перебил, спросить, что... Я по смене у вас руководства... Ну вот именно, да, вот сейчас, как я написал... Насколько им сейчас интересно будет... У нас в чате, вкладывать что? Денежку в «Динамо». Нет, тут никуда не денешься, Олег. Былую славу. Тут уже все решено, да. То есть уже документально подписано, ВТБ является единоличным владельцем. Управляющая компания «Динамо» создана при ВТБ, которая владеет стадионом и будет владеть клубом. То есть тут дураку понятно, что если есть такой стадион, нужен клуб. А не клуб, не который играет в ФНЛ, допустим, да, нужен клуб, который будет действительно. И есть финансы для этого. Вот и будут смотреть теперь, что раз есть финансы, справится ли Хохлов. И с покупкой летом, я думаю, будет хорошая летняя трансферная кампания. Потому что меня еще немножко бесит то, что у нас 7 игроков, не подписаны, которых кончаются контракты, да, контракты летом, да, еще не подписаны. Тем более, один из них Шунин. Вот это я, конечно, считаю, что минус большой для руководства, потому что Шунин 6 или 7 лет в «Динамо». То есть воспитанник с, извини меня, такой путь с молоком. Да. То есть таких сейчас не найдешь, да. Вот Акинфеев единственный, наверное, и Шунин остался. Да. Сейчас вот возьми ребят, которые, вот, допустим, те же Камбарова, они «Спартака» в «Динамо», из «Динамо» опять «Спартак». Но не Генков, конечно. Ну, не Генков. То есть вот здесь, конечно, у меня какие-то нехорошие чувства, что... Что-то там намечается. И тем более, как я написал в нашем чате, не дай вам бог жить в эпоху перемен, это китайская пословица, да. Что вот эти перемены вот сказались на открытии первом матче, я думаю, и сказываются пока вот на каких-то организационных вопросах. Что-то прояснит следующая игра? Ну, конечно. Я думаю, вот это хорошо, что с Уфой сыграли, что первый соперник попался весной, вот именно, ну, не, как ты сказал, там, идущий в конце турнирной таблицы, что перед «Спартаком» «Динамо» как-то... Потому что следующий матч после «Спартака» с «Локомотивом». Да. То есть такие матчи-то у «Динамо» ждут не очень-то. Тем более, вот эти 3 очка очень помогли. И сейчас будем смотреть, сейчас вот в «Химках», потом с «Локомотивом» на «Динамо» собираются играть, вроде как уже... Решают вопрос, потому что Поляна вроде ничего там. 30 марта, думаю, будет нормально. Ну, будем надеяться, потому что действительно самый, ну, может быть, не старый, не знаю, какой, старинный, лишь какое слово подобрать, а может и самый старый. Самый, да, старый стадион. Стадион Москвы, в Москве, конечно. Это, конечно же, 23-го «Динамо». 23-го года, где же еще было? Да, это «Динамо». По-моему, на нем все играли, да? И болельщики абсолютно точно заслужили свой стадион, учитывая, что все уже московские вроде сейчас команды. Болельщики успокоились, сказали, что, ребят, ну мы ждали, столько вот строили, давайте еще подождем, там сколько вот надо. Не надо психовать, не надо нервничать. Что, может быть, даже это к лучшему. Хороший лапоть получился. Хорошо, что с «Спартаком» не получилось. Хороший лапоть. Хотя хоккеисты играют вон вовсю, ничего, молодцы. Там, молодцы, молодцы. Концерты. Переходим к следующему матчу. «Спартак-Краснодар». Счет 1-1 вы видите на экранах своих телевизоров. К сожалению, сегодня нет болельщика «Спартака», который рассказал бы, может быть, более подробно, детально об этом матче. Но, ну, попробую я, может быть, да, немножко сегодня подтопить, что начни. Называется, за... А мы подхватим. Краснодар. Да, за «Спартак». За «Краснодар». Я болею за «Краснодар», но подтоплю сегодня за «Спартак». Не, ну, матч, «Краснодар» смотрелся лучше. Да. Вот и все, что я могу сказать. Можно продолжать. Подтопить за «Спартак». Или я не прав? Смотрелся как лучше как? Да, равный матч, я бы сказал. Да. Я бы тоже не сказал, что... И «Спартак» прикован, и уже видно, что, по крайней мере, вот по тем матчам, которые провели под его руководством, что «Спартак» стал однозначно более организованной командой. Становится. Да, он еще не стал. Ну, по сравнению с тем, что было, потому что на поле они собраны. Если они вот за полем, мы обсуждали разные новости, которые на этой неделе и на прошлой происходили, что «Спартак» продолжает. Знаете, да, что нельзя пилить сук, на котором ты сидишь, кроме того момента, если тебя хотят на нем повесить. Но «Спартак» продолжает это делать. Но на поле пока что видно, что... Единственное, мне что-то бросилось в глаза, не знаю, как вы это прокомментируете, у меня такое ощущение, что Кононов... уже постарел за эти полгода. Можно. Ну, не постарел. То есть, выглядит как-то... По крайней мере, он разобрался в ситуации. И, скажем так, те, которые в команде мешали, скажем так, заговорщики, да, они остались на лавке. Да, в стартовый состав они не попали. Поэтому я думаю, что... Вот, те, может кто быть, нам мешает. Хороший парень, да. Новый, Айротон. Да, да, тем, кто нам поможет. Да, наверное, тех посадил на лавку. По поводу организации лучше. Сейчас, Олег, добавлю еще кусочек... Илья, он сказал, становится, почему я сказал становится, ты вспомни пропущенный мяч «Спартака», да? То есть там ошибки-то были вот именно защитников «Спартака». Подожди, это первый матч. В общем-то, где-то близкие.
Не, ну близкий, но Спартак у него всегда по ходу чемпионата шли ошибки, проблемы были с этими защитниками. А здесь, ты говоришь, становится, вот тут тоже надо наводить порядок, потому что такие ошибки допускать. Там коридор, ты видел, какой оставили они в середине? Ну, это Спартак. Забегай, кто хочет. Так бывает. Коллеги, такой вопрос. Если уж мы говорим про Спартак, про Кононова, да, хотел бы такое сравнение вам дать. Легче, понятно, Спартак это... Ну, если сравнивать, да, это, наверное, Мерседес. Если смотреть команды, которые он тренировал, ну, пускай это будут, не знаю, Лада Калина. Ну, ты уж. Ну, не да, знаю, Краснодар на Лада Калина. Краснодар он потренировал 2 года. Ну, да, тогда еще не был такой Краснодар. И такой не был Краснодар. Начинал. Который... Ну, завод Краснодарский, это не завод Лада все-таки. Ну, давайте начнем. Что он Арсенал тренировал, например. Да. Да? Так чем легче управлять вот этой машиной, Мерседесом под названием Спартак, или Ладой Калиной? Ну, конечно, сравнивая Такому специалисту, как Кону, конечно, легче управлять машиной под названием Спартак, потому что там более, скажем так, квалифицированные футболисты, их просто, грубо говоря, тебя поставят тренером в Барселону или в Реал. Уже? Ну, уже. Нет, вот мне тебе просто обещали после передачи позвонить. Хорошо. Видать, мне назначали. Написали сообщение. Просто понимаешь, ты придешь тренер, ну что ты скажешь? Так, ребята, играем, все. Тебе не надо ставить, люди сами знают, что делать. Там материал такой, что... Да, материал такой, что уже готовы. Так же и здесь. Ну, посмотри, он же ушел из Арсенала. Арсенал-то довольно-таки неплохая команда, которую все-таки обыграла ЦСКА. Ну, тоже мне соперник обыграть. Да, согласен. Но все же, нет, мы говорим про игру Арсенала. Все-таки игра Арсенала поставлена. Но там почему тогда возникла идея, что постарел бедный Кононов, управляя такой машиной, где все налажено, где нажимаешь на кнопочку, правый полузащитник побежал. Нажимаешь на вторую кнопочку, защитник не ошибается, дает диагональ на выход. Он взял Мерседес, но подержанный. Что позволите такую некоторую такую музыкальную метафору, если есть минута. У меня есть друг Алексей Тяжелухин, это барабанщик когда-то был Инна Желана, сейчас работает с Полиной Гагариной. И вот мы как-то записывали одну из композиций, он сел за барабаны, начал фирмовейше играть, ему кричит звукорежиссер: «Подожди, что ж ты делаешь, у тебя стоит для детей железо, сейчас я тебе профессиональные тарелки поставлю». Он говорит: «А зачем, я на этом сыграю?» И сыграл, и записал 3 композиции на вот этом разломанном, гнутом железе. Ну, это к чему? Что если есть квалификация, есть определенный уровень, то все равно, если есть музыкант, ему все равно на чем играть. Он везде покажет свой класс. Только инструмент ему поможет, облегчает показать свои профессиональные качества. Поэтому если класс тренера высокий, а у Кононова, по крайней мере, он подразумевается, что он может быть, поэтому Спартака у него априори должно получиться лучше, чем в команде более низкого класса. Согласен. А что может быть лучше получиться? Привести команду Спартак к 4-5 месту? Или чтобы мы все восхищались? Слушайте, Кононов в финале что творит? Команда бежит, обыгрывает. Пускай там 8-е место. Сколько Кононов в команде? Сколько? Полгода. Полгода. Он сейчас строит, во-первых, смотри, он сейчас, вот сказал Женя, что мы посмотрели на состав. То есть некоторые люди, которые были в прошлогоднем Спартаке, сидели на лавке. Это раз. Во-вторых, почему... Это во всех командах так. Нет, ну он убрал. Они он были в основе, а теперь они не в основе. Были игроками основы, что? Сейчас они... Вот, да возьмите Монако, возьмите, ну, возьмите пускай. Другие клубы. Монако там у них приходит новый тренер, говорит: ребят, вы сидите, мне интересно будет с другими. Плюс у него игроками. Сейчас большой выбор игроков. Сравнить с Арсеналом тем же, как ты сказал, возможностей больше. Возможностей больше, большой выбор. То есть это тоже надо поломать голову, это раз. И во-вторых, у него ответственность больше. Сейчас над ним сидит Федун, который говорит: парень, ты мне как-то сказал, 4-5 место меня не устроит. Давай-ка догоним. Давай результат. Но если он умный руководитель, я думаю, он даст ему время все равно построить команду. И плюс еще, я думаю, они летом будут усиливаться. Ну что ж, давайте посмотрим турнирную таблицу, которая у нас образовалась после 18-го тура. Знаете, такой удивительный факт. Команды, кто проигрывал, кто выигрывал, кто играл в ничью. А место расположения команд абсолютно не поменялось, по крайней мере, в первой 5-6. «Зенит» впереди, оторвался на 3 очка от «Краснодара».
ЦСКА отпустил уже на 7 очков «Зенит». И не знаю, за счет чего он собирается претендовать на чемпионство. Хотя в Лигу чемпионов, естественно, ЦСКА будет рваться, как и «Спартак», как и, скорее всего, «Локомотив». Не думаю, что «Рубин» в этом сезоне, да, сыграет в Лиге чемпионов. И вторая часть турнирной таблицы. Здесь, в принципе, тоже мало что изменилось, кроме того, что «Динамо» взлетели на 10-ю строчку турнирной таблицы, да, и, в общем-то, уже, что называется, в первой десятке. Ну и небольшой анонс. Давайте посмотрим 19-й тур, который состоится в эти выходные. Центральный матч тура. Какой, на ваш взгляд? Ну, «Динамо». Спартак, я думаю. Как-то ты так неуверенно говоришь. Не, ну я просто думаю. Я просто думаю. Если бы «Рубин» был, конечно, немножко там было 3 назад, да, 4. Согласен, большое. «Динамо», «Спартак», вне всяких сомнений, да, центральный матч тура. Естественно, будем наблюдать за этим матчем. Я даже знаю некоторых болельщиков ЦСКА, которые хотели бы тот или определенный результат, чтобы в этом матче произошло. А значит, они будут на стороне динамовских болельщиков. И общая кричалка, которая звучит на стадионах при играх этих команд. Она звучит, да. Да, она звучит всегда. Друзья мои, время, к сожалению, больше нет. Еще раз напоминаю, 7 марта мы смотрим «Краснодар» и «Зенит» в Лиге Европы. Буквально через несколько минут мы уже смотрим в Лигу чемпионов. В следующий вторник встречаемся, обсуждаем просто какое-то огромное море футбола. Всего доброго и болеем за своих. Пока. До свидания. Пока. До свидания.